И о спорте. Морозный прием Дальнему Востоку. Сургутский университет «Югра» в пятницу проведет очередной матч российской баскетбольной суперлиги. На площадке спорткомплекса «Энергетик» наша команда примет «Спартак Приморье» из Владивостока. Красно-белые после 22 матчей расположились на 5-м месте в турнирной таблице. «Югра» пока в роли догоняющей. Сургутский клуб, сыграв на одну игру меньше, занимает 11-е место и стремится попасть в плей-офф. Сделать это получится, если университет сможет войти по итогам предварительного этапа в восьмерку сильнейших. А для этого нужно побеждать. Очередную попытку сделать это «Югра» предпримет 1 февраля в 19 часов. В лиге все команды сильные. Никого недооценивать нельзя. Может команда, которая на последнем месте, обыграть команду, которая идет на первом месте. И наоборот. Мы уже в этом убедились. Недооценивать никого нельзя. Поэтому в этом году очень ровный чемпионат, поэтому до последних игр, я думаю, будет вот такая 50-50. Кому больше повезет, кто будет более удачным, кто лучше сыграет в защите.